О, от третьего лица. Все, держи, сиди так. С дробовика просто палит. Все, все, зови. Сразу зови. Ну все, я на тебя в суд подам. Все, не надо. Ну знаешь, таких банить тоже нельзя. Хотя дай ему на код бан. Матрасы на Сабишоке – это прекрасная рубрика, где мы заходим на проект серверов и смотрим, кто нарушает правила. Кто-то читерит, кто-то кого-то оскорбляет, кто-то вообще стоит АФК, это хуже, чем читы. И чтобы все это модерировать, работают наши модераторы. И сегодня я буду одним из них. Но, кстати говоря, вместе с Зонером. Саша, привет! Здорово, 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 парни. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы это ранее не делали, потому что много людей смотрят этот ролик вот прямо сейчас без подписки. Погнали! Ну, поехали смотреть. Сейчас мы кого-нибудь забаним. Я надеюсь, 2-3. 100% ВК. Прошу помочь. Давай, поехали. Прошу проверки прям настолько. КД 063. 3 часа на Сабишоке всего. Я предполагаю, что это чистый чел. Ну, с таким КД, как можно играть щитами. Уже парочку моментов. Оно водится ужасно. Позиционирование прицела отсутствует. Это подожди, но это ж... Стоп. Стоп, это же дефолтный прострел, согласен? Ну, на самом деле, кично я бы тоже так прострелил бы. То есть, реально, нет. Шанс того, что чел находится смотри, при этом тайминге... Смотрит, ты посмотри, как он смотрит стенку. Подожди. Но он знает, он слышит звон, но не знает где. То есть, в целом, просто неопытность. Я хороший полицейский, ты плохой, мы так, да, сейчас... Не, я думаю, ты тоже. Хороший. Ну, нормально же. Это дефолт и прострел. Профессионалы так делают. Так что... Такая мразота. Давай еще я предлагаю один раунд посмотреть. Еще один раунд? Да, подожди. Все, все, зови. Сразу зови. А, то есть сейчас ты убедился, что он читер? Да, сейчас я убедился. Ну там дефолт и прострел. Тут человек просто смог стрелять. Вызвать на проверку, подтвердить. Добрый день, молодой человек. Bear Linux. Нам показалось, что у тебя есть что-то. Это модерация Сабишок. Это голос Шока. Узнали. Ребят, можете не перебивать, дайте поговорить с вашим... А, он вышел с сервера. Отказался от проверки, сбежал. Как последний трус. Спасибо человеку, которого зовут... Точка. Я ему подарю подписку на месяц. Все, улетело. Это, если что, $5. Расскажи от администрации Сабишок. Дарим вам подписочку. Стой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тренируйтесь на Сабишок, у нас лучшие игроки города. Стоп, секунду. Просто хорошая реклама Кибершока. О, смотри, вулхакинг 13 часов на Сабишоке, в КС2 мы не знаем, но КД у него 1.80 ВХ, и на него кинул тикет человек с премиум подпиской. 13 часов 1300 из Турции. Хорошо. Это... А, у него чит. Слушай, у меня еще никогда не было человека на проверке не русскоговорящего. Давай его на проверку прямо сейчас. Вызвать на проверку. Мистер... А, он съебается. Но мы увидели, что он читер. Он забанили нарушителя. Сидит теперь с баном на 2 года. Так, идем дальше. Закрыть. 15 на 8. Вот это интересно. В банихопе-то прыжки всем ставят в голову. Давай, поехали. Так, всем ставят в голову. Процент хедшота 54%. Блин, у него 151 час на проекте. Я просто буду в шоке, если у него что-то будет сейчас. Ну, столько потратить времени на проект тренировок. О, смотри, как он красиво играет. Слушай, предварительно, что я увидел, у него какой-то был банихоп. Смотри, банихопер. Да, он банихопер. Может быть, у него нет чита, но он банихопер. Но банихоп это чит. А, давай на проверку. Алло. Привет. Здорово, привет. Привет, Холод. Ты очень классно играешь. Мы хотим убедиться, что это все-таки правда, и ты играешь без запрещенного программного обеспечения. Конечно. Давайте. Подожди, а ты мой подписчик? Я даже не знаю, кто ты, чел. Тогда это супер. Я очень рад, что ты не подписчик. Но мы видели, что у тебя чит. Просто признайся, что у тебя был чит, мы тебя заблокируем, и ты пойдешь играть на другие сроки. Давай это сделаем. Нет, у меня не было чита. Ну, чувак, ты сейчас этот стрим смотрит 8000 человек на Твиче. Мы видели все, что ты с подрумом был. Не было такого. Ну, да, дружище, так не делается. Так улыбаешься. Ты улыбаешься, выключи лучше свою вебку. Улыбаешься. Я не улыбаюсь, мне просто смешно. Смешно с того, что мы... Ты считаешь, что мы клоуны? Так, что там дальше? Бананчики будем сидеть, бананчика? За это время, пока ты подключался к нам... Нет, чувак, не сиди, не балуйся, не балуйся, чувак. Слушайте, короче, все, стоять, у меня... Кто? Вот, смотрите. Покупал, смотри, у него тоже. Здравствуйте.
Вчера ты купил. Короче, дружище. А ты можешь включить камеру? Да нет, там читов, это на самом деле байт. Ты можешь включить камеру? Скажи Twitch, я тогда включу. В Twitch? Я включил камеру, смотри. Ну все, я на тебя в суд подам. Что? Не надо! Ты с какого города? С ИКБ. Я тоже с ИКБ. У Донбаза в клубе играешь? Внимание, 14-летний мальчишка по имени Холод. Скинь мне этот свой. Ты получаешь бан на Собешоке на 2 года. Да блядь, долбай, скинь свой тикток или что там у тебя. Холод, послушай меня. То, что ты сейчас как выражаешься, через годика два пересмотри, ты поймешь, насколько ты невоспитан и ужасно себя ведешь. Так нельзя общаться с людьми. Очень недоволен тобой, просто кошмар. Так. А он мог почистить теоретически? Так в смысле почистить? Он показал, что у него купленная подписка и активная сейчас. Если уж ролик про Собешок, то и реклама будет Собешока. Мы заходим в сервисы и попадаем на теорию рукопожатия пользователей Steam. Это наша классная фича, которую мы релизнули позавчера. Что это означает? Вы можете выбрать любого человека, условно Гейбена, и посмотреть, сколько рукопожатий у вас до этого человека. К примеру, у меня всего 3 рукопожатия до Гейбена. Давайте напишем, не знаю, Simple. Вот как думаешь, сколько у меня до симпла? Да, прямое. Через слэма. Нет, но зато прямое у меня с Донгом. Вот, я знаком с Донгом. Уже 20 тысяч человек посмотрело, кто с кем знаком, через какое количество рукопожатий. А меня уже искали 249 раз. Это интересная фича, абсолютно бесплатная, просто по фану. Попробуйте, поиграйтесь и поделитесь с друзьями вашими результатами. А, давай Зайву. Вот, я хочу Зайву посмотреть. О, я через Моноси знаком. Ага. А Зайва у нас играл вчера, кстати, на проекте. А ты еще не играл, врегайся. У нас есть премиум подписка, которая дает вам возможность заходить к проигрокам на серваки. К примеру, прямо сейчас Твист из Liquid играет у нас. Я могу зайти к нему с подпиской, вот зайти. Я сейчас попаду к нему на сервер. Вот Твист играет, настоящий, вот. И вы можете с ним играть, понимаете? Вот, 1, 2, 3, 4, 5 игроков прямо сейчас с премиум подпиской зашли только благодаря функции компаса. А еще таких фич очень много. Миссии можно выполнять и зарабатывать скины. Вот, выполняешь миссии, получаешь токены, и ты можешь крутить кейсы за эти токены, где падают ножи и так далее. Это супер. Пробуйте, Собешок. Ну, забаньте, блядь. С щитами, блядь, играет. Так, ну он очень сильно. В смысле бланк? Он же... Бланк был недавно отправителем, а теперь он нарушитель. Да, уже нарушитель. Подожди. Он реально получал часто жалобы в Волхак. Посмотри! Посмотри! Это все на него тикеты падали. Сомнительно. Ну, двигается хорошо по карте. Не, пока все хорошо. Пока все супер. Чисто. Ну, ботинок. Так, 16 на 4 играет. 4 КД. Подожди, на него кинул репорт человек, у которого 200, слушай. Ну, и у нас очень активный игрок. Шорт просто прошли, пол. И он про там это уже в курсе. Все, можно отменять. Он вообще не ожидал его. Оправдан. Ну, чисто какой пока же ботинок. Что. АФК стоит. Можно следующего. А сейчас АФК стоит, посмотрим, что он там делает. Смотри, Электробебра реально сидит и смотрит, как он играет. Представляешь? Сидит за всем. То есть он кинул тикет просто... и сидит уже раундов 5 и смотрит, как он играет. То есть он реально горит. И если у него есть щит, он видит то, что и я смотрю, и то, что смотрит Электробебра, и он специально ничего не будет делать. Представляешь? Так что тут просто такая вот неприятная ситуация. Он играл 16 на 4, сейчас играет... Подряд уже 3 раза. Смотри. Так, нет, читов не найдено. Нет нарушений. О, подожди! Наверху бланк или мне кажется? По-моему, он. Смотри, это тот, которого мы не могли проверить. Подожди, Саш, давай туда. Это бланк сейчас тут? Да. Все, я сейчас зашел на чит, да? Чего? Видишь, Саш, он покупал... Это чит? Он покупал, да, чит на 300 дней 4 июня. То есть все. Бланк был с читом. 500 рублей всего это дерьмо стоит. Блин, у человека было 246 часов на проекте. Ты что, Бланк, что с тобой? Зачем ты это делаешь? Он отключился. Он вышел. Ну что за идиотизм? Обалдеть. 246 часов человек провел на проекте и сидит с щитом. Нет, там по видосу все понятно было. Видос, когда я чел скинул. О, а покажи видос. Так. А, раз есть. Второй есть. Все? Ну и все. Я поэтому понял, что это чит. А, потом... электробубка это был, который скинул.
Да, да. Электробубка, если сможешь, это ролик, респект. Я поражен, насколько ты долго этим занимался. Он реально сидел и смотрел за этим парнем в течение минут 15, пока мы смотрели. То есть он реально хотел его забанить, он был уверен в этом. Это очень классно. А когда мы зашли на сервер, Бланк понял, что мы следим, и перестал играть. Ну, надо ему премку дать. Ну, на самом деле, да, я прямо сейчас дам премку. Посмотрим чат. Чат. Shut the fuck up, you suck, my team bots all. Он только на английском общается. Спокойники, просто музыку пел. Я думаю, его простить можно. Так, нарушение. Конечно, там ничего такого не было. Выдано предупреждение. Нет, недостаточно доказательств. Так, все. Не софт. Если А мне кажется, что это тот быдло чел из Екатеринбурга. Да, да, может он создал. Я уверен, что это он. На его прицел. Он создал аккаунт 5 минут назад. Все, смотри. Ну, это обычный прострел. А, да, конечно, обычный. Ну да, дефолт. В смысле? А то что-то было сейчас? В смысле? Да не, нормально. Но не хватило реакции. Андрей лох и не софт. Два читера, два лохашника. В смысле? А за Андрейкой? Я просто вылазил, он сразу пихает на меня. Ну они... А чего читеры все одного и того же возраста все? Говорит, как будто он в Дискорде у нас такой же звук. Чистый, хороший микрофон. На X нажать. У него очень дешевый чит. У него очень дешевый чит. У них очень дешевый чит. Возможно, бесплатно. Короче, все, я его кидаю на проверку. Вызвать на проверку. Я не могу. Всех замучил. Ты софт? У тебя же написано, что ты не софт. Ты отказываешься от проверки? Ну все, да, вот еще. Короче, он не хочет со мной общаться. О, там 21 тактики, 20. 12 кд, 25 на 2, чит. Куда ты лезешь, алоха дэнс? Ой, все. Так он... Ой, ну все, ну какой в гоу улетит с АВП? Ну... Не-не-не-не. Ну ты что? А, привет, Алоха Дэнс. Готов ты пройти проверку ПК на наличие читов? Серьезно? Ты будешь его проверять? Просто бань, блядь! Так, вы думаете, что он грязный, да? Правда, что ли? Лучшая реакция. Посмотри, у тебя такой же счет, как у него. Думаешь? Только у меня 1000 часов, а у него, дай бог, час. Я тебе сейчас подарю премиум подписку. Зайди в инвентарь, Сабершок. Вообще идеальный тикет отправил. Но он не кидается в Дискорд, видимо, чит все-таки есть. 17 кд, блять. Давай, давай. Демираж, паблик, гидроцит. А. Смотри, из дробовика просто палит. Ну это... Там в ответку полетело, что это происходит? Здорово, гидроцит. Слушай, тут какие-то парниши скинули репорт на тебя. Что думаешь, у тебя что-то есть или нет? По-пацановски ответь, по-русски. Есть, можете банить. А зачем ты читеришь? Есть ответ какой-то? Тебе по кайфу? Но гидроцит, иди на ХВХ, ну что за бред? И он реально поиграл на проекте меньше, чем 10 минут, его забанили. 13 минут поиграл, ну просто... Ну активность хорошая, видно, тикеты работают. Чтоб он не понимает, что происходит. Давай проведем обучение, давай обучение проведем. Давай. Ему нужно пойти на А. Блин, ему либо 3 года, либо он в КС сыграет одну минуту. Да, он реально не понимает. Ну знаешь, таких банить тоже нельзя. Не, не нельзя. Ну что его банить? Это ж он тренируется. Хотя дай ему на год бан. Пусть развивается, да, Годик? А пусть развивается. В матчмейкинге пусть развивается, я не знаю. Он, да, я сейчас его кину в наблюдатель, он тоже не поймет, что происходит. Да, кстати. Он в шоке будет как? Будет нервно переключаться. Мусадо, привет, ты меня слышишь? Мусадо, ты меня слышишь? Мусадо, там нажми на «К». На клавиатуре найди букву «К» английская. Микро. Напиши в чате, да, нет, есть микро. Короче, на самом деле, то, что он на сервере, и люди на это жалуются, это проблема не Мусадо, а наша. Мы должны... Для таких игроков, которые вообще не умеют играть, сами бомбу ищут, он должен заходить на серваки, где все такие, как он. Мы пытались помочь, но ты не ответил нам. А я снимаю модерацию. Можно полить? Да. Вот, смотри. Давай, садись, я тебе покажу. Ты стримишь? Да. Я тебе еще покажу, как мы забаним читера. И это как в ролике это происходит. О, слушай, я это вставлю в ролик. Смотрите, у нас проходит запись модерации прямо на стриме. О, от третьего лица. Все, я это заберу в ролик. Хорошо? Все, держи, сиди так. Палим на ВХ. Смотри, у человека 8 кд. И у него 1 час на проекте. Палим на ВХ жалобы. Мы заходим на его профиль и видим, что у него 0,60 кд.
непонятно из какой он страны, часов на проекте ноль. И вот, давай, Ренат, ты сейчас должен провести анализ. Давай. Он читер или нет? Так. Ну, смотрит позицию, где никого нет. Раз. Ой-ой-ой, у него очень быстрая реакция была. Это чисто. Еще рано, еще рано. Смотри, он префайером стреляет. Видишь, до конца. Он не видит 4. Все, он потерялся. Смотри, сейчас на префи выходит. Подожди, он стоял? Подожди, что-то... Не, он стоял на префи выходил. Он дернулся, когда стоял. Все правильно он делал. Я хочу еще раунд. Смотри, как он спокойно выходит, как... Вот такой бомж. Но он успел сегодня один фраг. Не оскорбляй. Ну, брат, он же играет на Сайбершоке. Скажи, что делать? Блин, обычно это вырезается. А тебе это уже не вырезать. Короче, он ботинок. Это бомж. Все, не матерись матом. О, КД-7, 14 на 2. У кого-то вот это уже больше похоже, да, на что? Давай. Давай. Читерство, использование, грамотно еще жалоба написано, видно. Да, использование читов. Использование читов. Да. Это очень похоже. О, да. 0 часов на проекте. Слушай, ты уже начал разбираться, смотри, сразу видишь, да? Сразу сюда смотришь. Но все равно, знаешь, по счету смотришь стрёмно как. По счету он очень хорошо играет. Ну, посмотри на его движение, он абсолютный ботинок. Не-не-не-не, ну это, представляешь, какой контраст его движения и его... А, ну это щит. Привет, Variant Tours, привет, ты получаешь проверку компьютера. Проверка затянулась, парень не хочет признаваться, но мы знаем точно, что у него есть щит, поэтому у вас сейчас на экране скриншот, пруфы того, что у него было что-то, мы это нашли, просто проверка затянется. Слушай, мне на самом деле сильно понравилось. Да, нормально получилось. Мне тоже забанили пару типочков. Если тебе понравился этот выпуск, советую тебе посмотреть мои другие по этой тематике. Он слева, либо справа. Если хочешь уже поиграть на Сайбершоке, ты это можешь сделать по ссылочке в описании этого ролика. С тобой был я, Эрик Шоков, Зонер. Пока-пока. Не забудь подписаться. Пока.